что называется, утро доброе. Лох в трусы в горох. Поехала, отвезла детей в школу утром сейчас. И поехала за кофе. Ну все, еду себе нормально, еду. Приезжаю, выхожу из машины, понимаю, что мне ее надо закрыть, а у меня нет водительского ключа. Чтоб вы понимали. Ключа нет! Блять, ключ остался дома. И вот что мне теперь делать? Ехать на такси обратно домой, брать ключ и возвращаться, я ее даже оставить не могу, она открытая.